Кондиционеры, телевизор, Wi-Fi, откидные столы и кресла из эко-кожи. Поезд Барнаул-Рубцовск никогда не видел таких современных вагонов. Сумма комфорта – 240 миллионов рублей из краевого бюджета. Когда новое, оно все есть новое. Вот. Интересно все равно. И ехать интересно, и будет комфортнее. И кондиционеры, конечно, постоянно будут работать. Не то, что в старых вагонах. Не всегда они работали. Ну, мне кажется, сейчас будет просто что-то классное. Пригородный поезд «Просторы Алтая» запустили в конце 2011 года, но он был собран из старых вагонов. Четыре новых кузова специально для «Алтая» изготовили на Тверском вагоностроительном заводе. По словам железнодорожников, вагоны прослужат не менее 40 лет. Ну, раньше, когда мы начинали работать, это пригородные поезда, деревянные скамейки, холод, ни отопления, ни каких удобств. Через 30-40 лет, я думаю, что будут, может быть, даже по воздуху летать. Алтайские поезда пока по воздуху не летают, зато ежедневно перевозят большое количество пассажиров. Всего за полгода продано около 5 миллионов билетов. Руководство РЖД рассчитывает, что это число станет еще внушительнее. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком.